В минувшее воскресенье светлый праздник Пасхи встретили и в республике Коми. Ночью во всех местных храмах прошли праздничные богослужения. Архиерейская служба состоялась в столице Сыктывкаре. В главном храме столицы республики Коми, Свято-Стефановском кафедральном соборе, ночное богослужение возглавил архиепископ Сыктывкарский Комизырянский Петерим. Один из символов праздника – благодатный огонь из Иерусалима – в Сыктывкар из Москвы сопроводил глава республики Сергей Гапликов, лично поздравивший жителей Коми с праздником Пасхи. Действительно, это удивительное чудо, когда благодатный огонь сходит именно во время православной Пасхи. Это действительно подтверждение жизни вечной, как завещал Господь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! После этого благодатный огонь был роздан верующим. Купайтесь огнем благодати. Утром воскресного дня пасхальные торжества в городах республики продолжились крестными ходами и праздничной программой. В полдень участники всех крестных шествий встретились на площади перед Свято-Стефановским кафедральным собором. На праздничной сцене выступили творческие коллективы: ансамбль народной песни «Северная околица», народный хор «Тулыс», народный танцевальный ансамбль «Гренис», квартет русских народных инструментов «Дивертисмент» и многие другие. После гуляний владыка Петерим традиционно в этот день посетил дом-интернат номер 3, где дети каждый раз ждут архипастыря и готовят концертные номера, песни, библейские инсценировки, танцы народов мира. Уже звучит со всех сторон: Христос воскрес, и нас Он любит. От всех противников Он всех противников простил и воспарил до неба ввысь. Христос воскрес, смерть победил, на радость Он вернулся к жизни. Архиерей горячо поздравил детей со Святым Христом Воскресением и пожелал им искренней пасхальной радости.